Демпферного диска на Prius Alpha. И вот здесь не успел, конечно, видео заснять, приехал попозже. Prius Alpha у нас с характерным треском, и такое ощущение было, когда я первый раз увидел ее, что что-то с мотором не так, как будто бы троит мотор, но трясется и трещит, треск идет откуда-то с района коробки. А вы еще не сняли же коробку, там видно, нет? То есть уже, наверное, за месяц машина третья с рассыпавшимся демпферным диском. Сейчас покажем, как это все выглядит. Ну, а треск такой прямо характерный стоял, как будто автомобиль троит. И вот владельцы данных автомобилей, тридцатки, альфы, они знают, что такое, когда ЕГР, например, забивается. Так вот, тряска такая идет при запуске. И вот здесь что-то такое подобное. Как владельцы данных автомобилей говорят, как стиральная машинка не настроенная. Нет, не отрегулированная стиральная машинка. Вот так вот они трясутся и работают. Сейчас скинем коробку, и я вам покажу, что с ними происходит. Устанавливать мы диск с маховиком. Вот, Prius 30. Просто демпферный диск не получится поставить, потому что они отличаются от альфовских. Приходится ставить с маховиком вместе. Ну и неизвестно почему, но 30-ок таких проблем особо не бывает. А вот на альфах это очень распространенная проблема. Именно рассыпаются пружинки, выскакивают с демпферных дисков. И бывает, часто задирает насос в коробке. Ну ладно, сейчас там снимем коробку, посмотрим. Ну вот, что в принципе требовалось доказать. Вот задиры у нас. Только, Ваня, отойди. Пусто. Разлетелись. И вот, как ни странно, говорю, на 30-ках система такая же. Но проблему мы такой не встречаем. Ни на одной 30-ке еще к нам, по крайней мере, не заезжали. Альфы уже, ну, за последние полгода, так скажем, по-моему, 4-е или 5-е. То есть вот сейчас снимут ребята, я покажу, в чем разница. Ну, где-то уже показывал, но еще раз покажу. Ну, вот устанавливаем от 30-ок, и все нормально. Хлам. Ну, пружинка. Вот отличия есть, процентов явно и так видно. И еще помимо этого всего они стоят наоборот. То есть это вот так стоит, да? А это вот этим вовнутрь. А здесь? А здесь вот этим вовнутрь. Нет, вот этим. Это наружу. Ну вот это наружу, здесь, да. Вот здесь, вот этим местом внутрь, а здесь, вот здесь, да. Вот этим, поэтому приходится и маховик менять. Ну, как практика показала, 30-шные демпферы, они понадежнее будут. Вот такой вот, друзья, бывает головняк владельцам Альф. Вот этот, кстати, клиент мне звонил еще, по-моему, неделю назад. Вот если бы неделю назад еще приехал, когда только началось у него все это, то, возможно, таких повреждений бы тоже не было. Потому что только-только она у него затряслась. И вот это вот произошло. То есть, ребята, владельцы приусов,
40-х, 41-х и так далее. Имейте в виду, что есть такая проблема у Альф. Демпферный диск рассыпается, разваливается. Такие неприятности получаются. Ну все, все излечивается, да, Вань? Конечно. Все исцеляется. Тридцатки ставятся. Если нету от Альфа в наличии, а их навряд ли в данный момент, сейчас вот, по крайней мере, потому что у нас в городе, по крайней мере, Альф нету еще. У нас вот через 3 месяца, у первых, по-моему, будет. Придет контейнер, мы Альфу купили. Рассказывайте о нас друзьям. Да, Иван? Точно. Слушай, Ниндзя, ты что спрятался-то? Здесь у нас остались последние штришочки. Собираем, будем запускать. Может, кто на самом деле знает, по какой причине это происходит. Именно на Альфах. Ну, потому что 30-ок у нас на обслуживании намного-намного больше. Автомобили, 30-е приусы, так скажем, намного постарее есть, чем Альфа. Альфа в основном свежие автомобили. И, ну, вот с такой неисправностью мы сталкивались, ни разу не сталкивались на 30-ках. А Альф значительно меньше, и приезжают они вот с такими штуками значительно чаще. Здесь сейчас будем запускать. От 30-го приуса все подходит, все как родненькое встает. Ну и причем первую мы даже коробку поставили вместе с демпфером, с диском, уже больше года, по-моему. Ну год точно ездит, и никаких проблем нам там писали, говорили, что там другое передаточное число на этих коробках. Да, возможно, не буду спорить. Но машина уже ездит больше года, может быть, почти год с первой машины. И никаких проблем, он к нам приезжает, обслуживается также. Все четко, говорит, все нормально. Саня, Ниндзя, можно заводить? Джека Самара, Саня, Ниндзя. Ваня, балалайка, баня. Это да. Ну ладно, пробуем. О, как завелась четенько. Все, никаких дребезгов. Все работает. Огонь. Друзья, всем спасибо за просмотры. Владельцы подобных автомобилей, имейте в виду, что есть вот такая неприятная штуковина у этих автомобилей. Всем спасибо, всем до новых встреч. Да?